как отреагируют жители Челябинска, если им под ноги бросать мусор? На такой эксперимент решились корреспонденты нашего утра и расскажут о результатах уже завтра, в день борьбы с мусором. В таких случаях прохожие замечания и сохраняют ли сами наш город в чистоте, узнаете завтра в программе «Наше утро» с 7 до 9 утра на ОТВ. Кроме того, в студии с гостем мы обсудим, как собственными силами можно ликвидировать незаконные свалки и сделать столицу Южного Урала чище. Не пропустите.